Сегодня мы приехали в приют для кошек Мурлыка, привезли им гостинцы. Надо сказать, что жители города сегодня их порадовали очень такими симпатичными лакомствами, принесли очень много кормов. Вот сами посмотрите, все это будет сейчас передано в приют. Огромное спасибо Северодвинцам за помощь братьям нашим меньшим. Ну что, пойдемте? Да, Северодвинцы молодцы. Добрый день. Жители города. Сколько у вас кошечек? 50. Самое главное, я думаю, что это очень вкусно. И кушаем такое. На вид-то очень такое красивое. Тебе принес прямо упаковками. Целыми упаковками. Очень большая. Штучки, да. Пускай кошечки радуются деликатесом. Благодарим жителей нашего города, вас, Светлана, Ирина, Валерия. Большое спасибо. Вы регулярно помогаете. Мы знаем, что вы каждую... Стараетесь каждое воскресенье, не всегда получается, наверное, но большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам, да. Уважаемые северодвинцы, сегодня 11 июня наше движение «Чистый Север 29» проводит уже 82-ю акцию по раздельному сбору отходов. Сейчас вот я вернулась с площадки на проспекте Труда у торгового центра «Макси». Очень много принесли нам то ресурсов, жители большие молодцы. Огромное количество пластика, картона, бумаги, жестяных банок принесли нам сегодня, а также крышечки на благотворительность. Здесь на Ленина вовсю тоже приходят, приносят люди. Здесь акция начинается на полчаса позже, но когда мы приходим, уже наши волонтеры уже встречают аккуратно сложенные пакеты по фракциям. То есть люди уже настолько привыкли все делать правильно, как нужно, поэтому мы им приносим, как выражаем особую благодарность за это. Поэтому мы только за то, чтобы в нашем городе были стационарные пункты приема в шаговой доступности, и чтобы жители всегда могли в любое время суток сдать свои ресурсы, чтобы вот эти кучи, которые мы собираем на акциях, не превратились в мусор на полигон. И сегодня есть прекрасная возможность у нас сделать большой шаг в этом направлении. Однако, к сожалению, некоторые нехорошие товарищи и люди, которые далеки от всего, пользуются ситуацией и, надо сказать, что противятся этому. Но наше движение, я вам скажу, что да, мы за экобаки, но мы никогда не, как бы не мы их инициируем, это инициировали власти, в какой-то мере повезло нашему городу, что есть такая возможность сегодня поставить экобак цивилизованный, который будет именно на балансе у администрации, а не частной фирмы. А это говорит о том, что на ней будет соблюдаться, на такой площадке будет соблюдаться порядок, чистота. Там будет человек поставлен, который будет за заработную плату следить за порядком. И спецавтохозяйство, которое, в принципе, себя уже зарекомендовало в лучшем виде, будет ухаживать за территорией. Поэтому здесь, я думаю, что больше людей за то, чтобы у нас был такой экопункт, чем против. Поэтому не ведитесь на провокации, на хайп определенных товарищей и на нечестность таких людей. Мы, наше дело сторона. Мы, если построят экобаки, мы будем за, мы будем рады. Не построят, ну что ж, тогда наша деятельность, наверное, утратит всяческий смысл, и мы будем уже принимать решение, проводить нам дальше акции или нет. Сейчас я
Друзья, подписывайтесь на наш канал Servo TV, где очень много интересных видеороликов. Не забудьте нажать на колокольчик, не ленитесь ставить лайк или дизлайк и оставлять комментарии. А также вступайте в наши группы в социальных сетях. Ссылки вы увидите под этим роликом в описании. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч!